Глава Ингушетии с заместителем министра юстиции страны Алуалхановым представили коллективу нового руководителя управления Минюста России по Ингушетии. Им стал Алик Наурбиев. Алханов в своей речи сказал о том, что Ингушетия сегодня по всем направлениям динамично развивается, строятся промышленные и социальные объекты. Республика хорошеет с каждым днем, и это большой стимул, чтобы двигаться дальше. Наурбиев поблагодарил за оказываемое внимание и поддержку коллективу управления. Энузбек Евкуров отметил о том, что вопросы, которые находятся в компетенции управления, имеют принципиальное значение для всех. Он поздравил с назначением на ответственную должность начальника управления и пожелал ему сплотить вокруг себя коллектив профессионалов.